Ой, а что это справа такое? Я прям плыла в лаве, как это вообще возможно? Это дом Пигги! Смотрите, это дом Пигги! Всем привет, друзья! И сегодня мы с Йошей и Евой в игре «Пол — это лава». И вот уже все началось! Привет, ребята! Привет, привет! Привет, выживаем! Извините, я очень хочу спастись. Так, я рядом с тобой тут стану. Только хотела сказать, что я теперь опять выше всех, но нет, теперь я ниже всех. Ульяна, тебя же убьет, спасайся, давай прыгай нам на головы. Я не знаю, тогда вы умрете, что давай, же делать тогда? Давай, вот девочка-лайкер какая-то, прыгай, Ева. Прыгай на голову. Так. А, нормально, Это было легко, Что это за дискошар? Ух ты, смотрите, это... Да, я тоже обратила на это внимание. А ну-ка, давайте, я встану, кого-то подброшу, давайте. Я подброшу кого-то, ну-ка, давайте, что там? Можно что-то с ним сделать? Он крутится? Нет. А по-моему, он крутился. Не, он крутился и крутится. Так, смотрите, лес. А что делать, Высоко не заберешься. А все деревья одинаковой высоты, да. Почему все хотят на мою голову забраться? Это непонятно. Ой, а что это за кружочки такие? Возможно, на них можно... Знаете, вот как пепперони, только зеленые. Зеленая пепперони — это что-то страшное. Да, неаппетитно выглядит совсем. Так, парень, нет, не заставишь меня спрыгнуть с тебя. Но он сам упрыгал, он понял, что я сильнее прыгун от лавы, чем он, и как бы все, он сдался. О, Ульяна, он к тебе на голову. А ну-ка скинь его. Ульяна, скинь. Что это мне он? Мне страшно, что я могу упасть потом сама. А тут не сразу, тут, если что, не сразу убивается, как бы, поэтому не страшно. А, ну хорошо. Я думала, что этот дискошар — это какой-то предмет какого-то человека. А, нет. Ой, смотрите, у нас есть такая штука, как у Йоши в башне. Ну, вот это вот из спины. Точно. Ой, а что это у меня? О, это дворец. Так, давайте наверх, давайте, заходи, Ульян, наверх. Я зашла посмотреть, да, скорей. Я даже монетку собрала. Ой, а я тут, кстати, брал этот, как это, бриллиант, что ли, я не знаю. Да. Так, вот сюда можно, вот сюда. Ульян, пойдем. Ева, пойдемте. Я спрыгиваю почему-то. Так, а дальше не зайти. Да, дальше тут дырочек особо нет, так что дальше не зайти. Ну, давайте пытаемся выжить здесь. Ну, хоть это высоко, да. Мы на чердаке. Ой, вечеринка на чердаке. Правда, тут не хватает дискошара. Да, нет, дискошара нет, ничего нет. Просто пусто, ну ладно. Интересно, его можно купить? Правда, еще монет, правда, наверное, нет. Ой, а что это справа такое? Нормально. Мы выжили. Нормально. Ну ладно. Вы знаете, у меня всегда была такая мечта детства, чтобы сделать на чердаке большой кинотеатр. Сделать пол вот просто весь из подушечек, диванчиков. Что-то такое интересное и так классно проводить время. Ну, это здоровская мечта, да. Мне кажется, в принципе, такое убежище на чердаке — это что-то самое хорошее, мне кажется. Мне тоже бы хотелось. Смотрите, а теперь настоящая пепперони. Точно. Только почему-то пицца подгорела. Подгоревшая пицца, да, но это не страшно. Да, и сыр какой-то слишком рыжий. Ой, я неудачное место выбрал, нет? Я мстю парню. Ой. Ой, на голове у него прыгаешь. Да. Так, слово мстю такого нет, чтобы вы знали. Это просто я так сказала. Ну, звучит смешно, и ладно. Нет! Жить! Яшенька, жить! Нет, я впервые не выжил. Я тоже развалилась. Ульяна выжила. Развалилась так, на такие кусочки. Я прям плыла в лаве. Как это вообще возможно? Ничего себе. А тут получается только выжившая остается? Да. Она сейчас отправит. Вот, мы пришли. Крепость. Давайте забираться наверх. Срочно. Ну, как-то совсем не выглядит как крепость. Ну и ладно. Главное, чтобы не развалилась. Ульяна, это дело десятое. Так, ну пока все в порядке. Это, в принципе, самое высокое место на карте. Поэтому я думаю, мы выживем. Ой, там парень уже развалился. А ты что это по головам тут прыгаешь? Ты что это? Попрыгунья, ты чего? Вот, я тебе постою на тебе тогда. Вот тебе, получай. Ну почему все просто на мою голову прыгают? Я подумала, что-то интересное, решила тоже попрыгать. Ну, интересно, конечно, интересно. Так, ну сейчас слишком много людей выжило. В принципе, это был слишком легкий уровень. Ну, да. О, Египет? Это что, пирамида? Ого. О, интересно, можно сюда забраться или нет? Я боюсь, что нет, и ты куда? Не успеешь. О, монетка. Нет, Ева, Евочка, живи! Успел, успел, успел.
успел? Нормально? Нормально, да, Ева успела. Да, нормально. Я надеюсь, эти колонны не попадают. Тут парень гамбургер достал. Ого, интересно, а тут можно питомцев купить? Было бы прикольно. Да, там есть питомец-пингвин в магазине, я видела. Воу! Воу, как я высоко подпрыгнула. Пингвин, я люблю пингвинов. Так, а кто не любит пингвинов, извините, это как бы вообще шикарные ребята, на минуточку. Живем, живем! Нет! Нет! О, только Ева выжила! Молодец! Вот это да! Круто, круто вышло! И теперь я одна на этом поле. А, я вижу, вот пингвинёнок. Точно! Ой, а что это такое? Это что еще такое? Яхта! О, я хочу яхту укатить. Так, а как быть, как быть? О, я села. Как же быть, что же делать? Так, давай я, как водить, как водить? Вода не должна разъедать вот это вот все, нет? Я была не права. Так, я забрался сюда. Как забраться? Как, Ёша, как ты забрался? Через бок. Ульяна, тоже давай через бок. Ульяна! Все, мне кажется, все. Нет, нормально, давай! Нет! Все пропало. Да, Ева, ты-то как упала? Я погналась за монеткой. Вот. Деньги убивают. Вот до чего доводят деньги. Вот, ребята, знаете. Тихо, жить! О, я выжил, нормально. А, ну не я один. Ух ты! Ребята, давай, успеешь? Молодец. Ух ты! Успела. Так, ну вроде тут, в принципе, все выглядит довольно, ну как сказать, надежно. Можно еще сюда прыгнуть, я за монеткой. Так, я впервые побегу за монеткой. Давай, я к тебе, кстати, приду, потому что это самое высокое место на карте, как мне кажется. Так, ого, как там все танцует, прям дискотека. Что ж такое, наверное, мне пора отдохнуть. А мне пианино напомнило. А, ну или так. Так, ну это вроде бы тоже было легко, в принципе. Ну да, достаточно. Ульяна, на сколько баллов из 10 по легкости оцениваете? 1 это сложно или легко? А 10 это значит... 1 это очень сложно, а 10 это очень легко. Ну тогда, наверное, ну давайте 9, чтобы не было прям так. Я нашла бриллиант! Дымоход дымит. Вот, да, бриллиант, я тоже находил бриллиант. Ты круто. Да что ж такое, я еще ни разу ничего не находила, я монетку впервые в прошлый раз достала. Как вы так это находите? Не знаю, я случайно нашел. Посмотрите, что с костром происходит. А, все, уже не увидите. А у нас из дымохода вот идет дым какой-то странный. Да, у нас тоже. Это из-за лавы или что? Или это в принципе? Да, похоже, дома горят. Костер сначала выглядел такой, красный был дым, потом черный, красный, черный. И такое ощущение, что он сейчас взорвется. Ой, ну опять, в принципе, много выжило. Я оцениваю это примерно, ну, на 7. На 7 из 10. Это сложнее, чем прошлое? Немножко. А, пол это лава, я не успел ничего сделать. Ой, мамочки. Так, я на лавочке, так, мне очень страшно. А, успевать. Мне кажется, я не успею. Ой, я тут с Евой, не успела, да? Ага, привет. Нет, я на лавочке, но я не знаю, я не успею уже к вам добраться. О боже мой, я вижу, ты такой воин единственный. Давайте я попробую допрыгать на фонарь. А как же на фонарь там можно залезть? Нет! Кошмар. О нет. Ну ладно. Я решил просто спрыгнуть на другую крышу, потому что, ну почему бы и нет? Я как бы свободный человек, я могу прыгать на любые крыши. Да. А я пока тут попрыгаю на обе. А там есть обе? В смысле? Слушайте, я пошла убиваться и в обе все. Я даже не знаю, что лучше, умереть или... Ой. Ой, особняк. Ну особняк я уже видела. Вот это нас швырнуло. Так, нормально. Нормально, ну тут просто сверху. Почему я умерла? В смысле? Ты сразу умерла? Да, меня выбросило на карту, а потом обратно. О, тут бриллиант! Ты взял его? Ну что ж такое? Да, взял бриллиант! О, это мой бриллиант. О, Ева. Так, а я пошла в паркур, да? Сюда, да? Да, вот сюда. Ой, это тоже полава. Только там осторожно, там есть такая кнопочка, она зеленая. Туда не наступать ни в коем случае. Я думала, что это очень хорошо. Ой-ой. Но я умерла. Нет. Я тоже под конец умерла, это нечестно. Там написано 5 очков, но я в прошлый раз туда наступила и умерла. Это какой-то обман. Обман. Они обманщики. Обман, чтобы убить вас. О, дом свиньи. Я не соглашалась. Дом свиньи? Это дом Пигги. Смотрите, это дом Пигги.
Тут Пигги есть, ребята, тут Пигги! Пигги убивает, ребята! Да, Пигги убила! Ого! Я осторожно! Кошмар! Я успела пройти. А почему тут нет досочки? Нам что, нужно сначала пройти карту для того, чтобы спасти? Там же невозможно по времени. Я упал, Ева, я упал. Нет. Я видела. Лава к нам подбирается. А вы живы? Нет, к сожалению, нет. Нет. Да, меня тоже убила эта зеленая штука, так что я не знаю даже, есть ли смысл туда идти. А тебе не добавилось очков? Нет. О, я выжила. Ух. О, если 50 раз выиграет, то дадут какой-то зеленый кубик. Ой. Пета. Это прям для тебя. Да. Ой, зеленая карта. Тоже для тебя, в принципе. О, спасибо. Такого еще не было. А, надо в ту сторону. Нет, успеть. Это за шнурочки. Ой, там бриллиант. Где? Я видела его, но он исчез. А где он? Нет, он остался. Вон справа. Вот монетка на уровне и дальше бриллиант. Точно! А как туда добраться? Он исчез. Да никак. Он исчез. Не-не, он как-то появляется. Он исчезает и появляется. Да, он исчез. Да. О, да, слушайте. Его не видно просто всех ракурсов. Возможно, это... Да. Ну, это же бриллиант. Ну да. Где-то отсвечивает, где-то не отсвечивает. Ну, конечно. Ну, типичный бриллиант, конечно. Все же бриллианты так делают. О, мы выжили. Так, ну в принципе мы что-то каждый уровень выживаем, поэтому давайте еще разок проверим, так сказать, нашу профессиональность, что ли, и будем заканчивать. Давайте. Замороженные ледники. Такой карты, кстати, не было. Как красиво, я люблю классно. Снег. Классно. Я туда хочу. Так. А там можно забраться, Йоши? Я пошел, да, вроде можно. А что если лед начнет таять быстрее от лавы? Я не знаю. Это же все-таки ледяные скульптуры. Это хороший вопрос. А, да почему же я не забираюсь дальше? О, нет! Это нечестно! Да, лёд не помог. Кажется, этот уровень можно оценить как 1 из 10, да? Потому что ну как-то можно выжить в таких условиях. Предательский уровень на самом деле. А, нет! Жить, Ёшенька, жить! Так, короче, мы из этого уровня, да... Я выжил, ура! Молодец. Да, ну, короче, круто. Из этого уровня мы поняли то, что все-таки не все уровни нам так легко поддаются, но я думаю, что мы все равно на этом закончим, потому что мы все равно достаточно профессиональны в этой игре, мне кажется. О, да? Да, я с тобой согласна, подтверждаю. Да, ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока! Пока! Пока!